Мужчина, якого затримали за рабовництво банка на улице Калиновского у Могилеве, покуль не дає показаний. Связано это с законом. Рабовник отримал кулявые ранения, покуль находится на лечении. Со следшими он размовлял, але покуль без протокола. Что до работников банка, то у авторок установа не працевала по техничных причинах. У середу весь коллектив вышел на работу. Нагадаем, 20 листопада у отделения банка по улице Калиновского у Могилеве зашел мужчина у массы. Он погрожал пистолетом и потребовал отдать ему все гроши. Супрацовников банка и клиентов мужчина взял у заложники, а потом потребовал автомобиль и махчимость съехать с города без перешкод. У интернет трапило видео погони и затримания злочинцы. На видео бачно, что рабовник кинулся на утеки, однако его затримали. Зараз следствие выучают обставины справы, видеоматериалы, призначают экспертизы. Thank you.